Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, мы, как и договаривались, продолжаем нашу работу. Второй тайм, так сказать, имею в виду, использую спортивную терминологию, имею в виду, что мы с вами сейчас спортом как раз только что и позанимались. В целом, в первой части мы довольно подробно говорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня, но сейчас можно что-то уточнить уже в расширенном составе. Ну и кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России. Спасибо, я уже с ними хорошо познакомился, мы поговорили, всяких пакостей вспоминал из нашей общей давней истории, это тоже зря, им рассказал. Никто не слышал. Мы плодотворно сегодня поработали, и спасибо, что вы предложили провести вот эту встречу.